Скажи. Она рассказала, в храме давала наставления. Ну, в храме им давала, мы все, это для всех полезно. Нет, у нас внутренности нас. И вот надо знать, как ее посеять. Посеять надо. И как ее поливать. А поливать? Конечно. Вот тогда она будет добрая. Вот это семя. Если я ее не буду поливать, она у меня засохнет там. Покаяние надо давать. Где проступил, попроси Господа Бога. Он милосердный, Он слышит наши, ждет от нас. Вот это покаяние. А вот это покаяние, она земля принимает. Она и пушить ее не надо. Вот этим покаянием она мягенькая. А если она не будет мягенькой, будет жесткая, она будет лопаться. Опять. Вот так что вот этот венец взяли, это принимали. Это будет для души спасение. А чтобы было спасение, надо всему быть терпением. А терпение даст душенькам спасение. Храни вас Господь и Матерь Божия. Вот это, все это, венец, если будет у вас терпение, это все благодать будет на ваших чадах. Аминь. Без терпения нет спасения. Те от тела отрывай, а душеньку спасай. В среду, в пятницу не забывай. Не объедайся, не улыбайся, а к Христовым страданиям соединяйся. Храни вас Господь и Матерь Божия, чтобы вам дать долгое лето, вам прожить вместе, не разлучаться. Храни вас, говорит. Прошу прощения, благословения. Пекла, раздавать будет уже. Больше как? Уже можно. Такое большое тоже есть пекла. Это да, с глазами. Держите с другого края. Фотографии надо делать, фотографии надо делать. С ножом. С ножом, да. Прощай. Нету фото? Снимок сделаю. Нету фото? А ладно, все. Ты же видео снимаешь. Вот что видишь? Ну да, мне тоже показалось. Да, еще даже не все подправили. Сейчас? Подождите, давай залежьте. Простите, снимок. Ну что? Что? Персик.
Начни, Дарья, с батюшки. Батюшки, батюшки. Батюшки одному даст невеста, а остальным уже. Как у тебя есть невеста? Она батюшки, я отцу. Палестинской. Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, но получил наименование апостола за свои труды вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом. Услышав проповедь о Христе Спасителе, святой Евтихий сначала сделался учеником апостола Иоанна Богослова, а потом, встретившись с апостолом Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. Святому Евтихию пришлось испытать много мучений. Его томили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого был выпущен лев, который привел всех в ужас тем, что воздал хвалу Творцу, заговорив человеческим голосом. Святой подвиг священномученика Евтихия окончил в родном городе, где был усечен мечом в начале II века. Аминь. Дождь, и лёгкого дождь, и лёгкого дождь,
Ну, конечно. Да, 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 да
Аминь.
Спаси Христос. Спаси Христос. Невесту за брачный пир. Даже не поверили, да, даже не верили. Но мы вернемся. Сразу же невозможно было.